А вы полагаете, точно? Да как вам угодно. Вся информация в том, что прогноз новогодний. Мне по секрету его сообщил Дед Мороз. Что ожидает Россию? Сначала январь. Прямо январь? Вы уверены? Клянусь на иконе. В нашей стране не случается сбоев в законе. Я для надежности пуще читал календарь. Будет похмелье? Не надо пороть ерунды. Как без похмелья? Возникнет культура застолья. Все добровольно откажутся от алкоголя, предпочитая стакан минеральной воды. Ладно, а что в феврале? Укрепление рубля. Кризис, наверное. Напротив, поднимется круто. Станет на нашей планете ведущей валютой. Всеми финансовым мира отныне руля. Ладно, а в марте? А в марте футбольный турнир. Мы проиграем вам, как водится. Нетушки, фигу. Наша команда отправится в высшую лигу и обыграет весь прочий зазнавшийся мир. Что мы увидим в апреле? Наверное, прогресс. Что, инновации? Именно. Владика Линя вместо бензина работает на вазелине. Станет она популярнее, чем Мерседес. Ладно, а в мае? А в мае запустим ГЛОНАСС. Как это будет? Дождемся попутного ветра. В небо отправим с точностью до миллиметра. Сможет компактный прибор навигировать нас. Но в июне познание людям неся. Познание людям неся. Сколькове станут работать умелые руки. Сколько, по-вашему, будет открытий в науке? Я полагаю, наука откроется вся. Что же случится в июне? Хороший вопрос. Будем Советский Союз создавать из деталей. Собирать. Да какая разница? Но извините, ведь мы не об этом мечтали. Да, не об этом, а это взяло и сбылось. В августе будут пожары. Да ни одному! Ну а торфяник? Он будет прекрасен, как Ницца. Вы полагаете, это все будет дымиться? Я полагаю, что Шойгу потушит его. Что в сентябре? Нас попросят куда-то вступить. В Евросоюз и в Шенгенскую зону, и в НАТО. Вы полагаете, наша готова страна-то? Я предлагаю на это шампанское пить. Да, в октябре мы зачислим от пробок шоссе. Пробки кончаются? Именно. Даже в столице
Ездить культурно. Ездить культурно, блин. В своей полосе. В своей полосе. Я понял, а вот напукал. Будет ли... Что в декабре? Будет ли гриб в декабре? А будет гриб в ноябре? В ноябре. Обязательно да. Вы полагаете, будет? Как минимум в мире. Но в России? В России замочим в сортире. Вирус не сможет никак причинить нам вреда. В декабре? Ша нам Аляску отдаст. Мы там посадим бананы, хурму и березы. Слушайте, чем обоснованы ваши прогнозы? Мне ли не знать? Я известный писатель-фантаст. Месяц серебряный. Шар со свечой внутри. И карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте сюда я руку. И разно, и разно, и разно, и разно.